Всем привет, с вами Йорн, а также вас приветствует новое чудесное путешествие. Долгая ночь чудес. И оно открылось, друзья. Да, давайте посмотрим, какая там топовая награда. Это 2000 кристаллов, 10 астрокарт. Многие просили астрокарты, я в том числе, вот, получите и распишитесь. Ну и также другие награды, ядра, осколки, монеты ПО, эмблемки. Это все ценно, это все пригодится. Ну и в общем, кратко вам расскажу. Здесь есть Пегги и есть Рако. Они попали на какой-то остров, нашли там ракушки. И происходит там вся вот эта вот теория зла, что ракушки — это были люди, которых превратили в эти ракушки. Мы должны их спасти, ну и соответственно забрать все то, что мы можем забрать, друзья. Это я вам так в краткости рассказал. Тут, короче, Старпом, там капитан Пегги, тра-ля-ля, они высаживаются вот на этот остров, встречаются с этой ракушкой. Ракушка все рассказывает и говорит: ребятки, переоденьтесь, переоденьтесь, потому что если вы не переоденетесь, то вас спалят. И тут, короче, Раку появляется вот в этом новом обличии, в этом скине, который мы скоро получим, друзья. И далее нам надо рубить вот эти пальмы, потому что пальмы позволяют строить мостики. Мостик мы с вами строим и двигаемся дальше, уничтожать всех противников. Тут я не помню, энергия накапливается или нет, но мы можем просто поставить такую прям крутую команду, которая будет это все дело быстро вытягивать и уничтожать. Давайте, наверное, это мы с вами и сделаем. В общем, это будет у нас Криат, это будет Аталия, но мы ее заменим на Лукрецию. Все будет в кучке, плюс Мерлин будет выхиливать и всех уничтожать. Все, это очень быстро, эффективно. И вы долго бои не смотрите и не скучаете. Показывать статистику я не буду. Я просто буду брать усилители, которые я считаю нужными. И будем проходить дальше. Тут есть вот такой корабль. На него не пытайтесь сесть. Он вас никуда не отплывет, не привезет. Он здесь пришвартовался, друзья. По-другому больше никак не скажешь. Вот, здесь мы опять берем пальму, чтобы построить следующий мостик. И бьем в камушек. Огонь, подожди, где же валун? Он утонул и говорит, что прежде чем в следующий раз вы это должны сделать, вы должны сначала построить мостик. Потому что если вы это не сделаете, толку от этого никакого не будет. В общем, продолжаем двигаться в нашем направлении. Уничтожаем всех противников, которые толком нам ничего не делают. Вот. Но на нубайском аккаунте, на котором я смотрел вообще всю эту историю, чтобы вам вот это все рассказывать и не читать, да? А вы не особо любите, когда я все эти истории читаю. Короче, скажу так, что там у меня с подхилом сложновато было, и, конечно, я немножко там потел, друзья. По-другому больше никак не скажешь. Вот, поэтому подхил в вашей команде должен быть. Если его не будет, вы, конечно, будете получать люлей. Нифига себе! Нифига себе! Астар залетала! Да выёживался, шлепнуло моего Эйрона. Ну ладно, друзья, ничего в этом такого нет. Тут у нас, смотрите, кучу противников. Кучу противников. Их надо будет тоже всех уничтожать. Ну, короче, давайте построим вот этот мост. Пройдем, шлепнем этого врага. Короче, закончилась наша эпопея со всеми этими приколюхами. Ну, тогда поставим вот такую команду. Почему бы и нет, да? Вот, еще поставим Талену. Все. Сейчас будет залетаться, тут энергия набирается, мы этой Таленой будем испепелять просто, когда она будет ультовать. Брать вот это, в надежде, что соберем, ну давайте, давайте возьмем, вдруг осколочки нам будут попадаться, это будет круто. Хотя я в это слабо верю. Ну, с этой командой тоже, в принципе, быстро. Зафа запрыгивает, спасибо Джонни, он мне этого героя предоставил. Ну вот, видите, про что я говорил. Талена просто испепеляет. Остается противный Торан. Но когда есть Аталия, Аталия его быстро уничтожает своим кровотечением. Следующий чувачок. Опять испепеляем всех Таленой. Вообще, крутой герой. Всем советую качать ее. Ну, пока на данный момент это самый востребованный герой из всех перерожденных. Тейн, Брутус, конечно, и Зиш там, они тоже хороши по-своему. Но Талена просто заходит во многие события. Давайте возьмем Криток. Так, здесь тоже получается, мы можем построить мост. У нас нету пальмы. Берем эту пальму, строим этот мост.
Только я так и не понимаю, зачем вот здесь вот получается этот валун, который полетит в итоге, наверное, в воду, да? Ну да. Ну давайте ради прикола испробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну да, значит, с помощью моста валун сможет преодолеть пруд, но мост обрушится. Прекрасно, я освоил этот метод, старпом раку вперед. Короче, я так понимаю, что вот здесь вот, когда мы мосток построим, друзья, я пока вот дальше не доходил, я просто на нубайском аккаунте посмотрел вот эту стадию начальную. И все, мы будем использовать этот валун, наверное, для уничтожения противников. Ну, давайте быстренько сейчас всех остальных отпинаем. Я думаю, что нам эта технология еще пригодится. Давайте возьмем вот это. Возьмем вот это. Так, а в сумке что у нас? А, в сумке у нас есть полено. То есть, а если мы еще возьмем, будет еще одно полено? Да, их уже будет два. Так, идем этого противника уничтожать. В общем, нам надо найти темные силы, которые всех людей превратили в эту ракушку. Уклонение, потому что остальных героев мы не используем. Еще давайте возьмем полено. Здесь мостик мы сейчас с вами соорудим. Пройдем сюда. А, ну да, видите, тут целых три врага, которых мы можем отпинать. Давайте верхнего отпинаем. Ну, это, короче, специально сделано, чтобы можно было валуном их просто прострелить. Интересно, мы их просто уничтожим, да, и все. Ну, сейчас проверим. Так, взяли это. И что здесь? Нас привела сюда записка в бутылке, и здесь мы встретили говорящую ракушку. Войдя в эту пещеру, мы нашли в ее глубинах спящего демона. Ракушка ведет себя подозрительно. Она все жалуется на то, какими бесполезными оказались напавшие на нас монстры. Давайте это подберем. Здесь, получается, мы с вами сделали тотальную зачистку. Давайте стрельнем этой пушкой. Эта пушка, да, она снесла мост и валунами всех уничтожила. Короче, она там хвастается, что это был отличный план. У нас еще деревяшки есть. Этот мостик строим, друзья. Забираем вот эти усилители. Давайте там усиление рядов. Ускорение возьмем. И пошел вход, короче. Да, и пошел, короче, мы сейчас всех уничтожим. И просто будем забирать награды, скорее всего. Давайте возьмем отхил. Тут еще наградки. Да, монеты по, друзья. Так, дальше этот валун ничего нам не может больше дать. Здесь мы проходим. Проходим сюда. И тут Хочкин. Давайте все цены, а потом мы вас убьем. Окружите их. Капитан Пегги, это засада. Не паникуем, старпом Рако. Благородный капитан Пегги из императорского флота уничтожит этих пиратов. Матросы, покажите им, чего мы стоим. Сейчас мы тебе покажем, чего стоим. Ну и, короче, ваш БР выше, потому что вы уже сильные, мощные. И, короче, вы просто всех уничтожаете. Вот так вот. Но это же не интересно. Ты действительно отчаянный боец, капитан Пегги, но мы еще не закончили. Матросы, отступаем. Старпом Раку, не дай им сбежать в погоню. Короче, тут он кидает награду. 2000 кристаллов. Слабак. Заметка исследователя. Мы наткнулись на грозных пиратов и сразились с ними. Когда мы их отогнали, ракушка завела нас в тупик. Проклятие, мы здесь погибнем. Похоже, демон на самом деле это... Это... Может быть, эта гребаная ракушка и есть этот гребаный демон? Короче, сейчас мы все с вами узнаем, друзья. Развязочка вот-вот уже близка. Короче, ну, у меня такое предположение, что нас завели просто сюда, чтобы уничтожить. Но у них это не получится. Потому что мы намного сильнее, друзья. Так, опять ульта от Алены. Набрали энергию, всех быстренько распинали. Аталия за фрейлем делает свое дело. Берем наконечник стрелы, чтобы убивать всяких брутусов там и снимать положительные эффекты с команды врага. И опять делаем все то же самое. Как швейцарские часы. Тикс. О, перчатка. Атаку через клинок мы особо, наверное, не успеем разогнать. Хотя мы еще не знаем, сколько тут будет врагов. А вот перчаточка — это дело хорошее. Ну и как всегда, наш вредный Заурат откатывает время. Ну ничего он сделать не может. Хотя здоровье потрепали. Короче,
Интересная задумка, опять просто скучное прохождение в плане того, что здесь команды врага ничего нам противопоставить не могут. И мы дошли до финального. Огонь, огонь, это настоящий лабиринт. У меня аж голова закружилась. Старпом раку, стреляйте и пробейте нам выход отсюда. Есть капитан. Бум. Стойте, кашляет, хватит стрелять. Вы полны сюрпризов, принцесса Пегги. Раз уж вы меня нашли, значит все кончено. Это все ты, говяная ракушка. Все верно, это я. Эта ракушка всего лишь мой двойник. На самом деле я живу в этой пещере. Я не только превратил островитян в ракушки, но и заманил множество рыбаков и всех остальных героев сюда. Короче, тра-ля-ля-ля, тут Ходжкин, с демоном он там заключил сделку, авочные прислужники. Я так понимаю, что мы просто сейчас их всех отпинаем и все. Короче, Ходжкин заключил сделку с этой ракушкой. Так, ого, благодаря силе демона пираты и правда стали сильнее, придется воспользоваться иглобрюхом. Капитан Иглобрюх, ваш выход! И тут выходит Иглобрюх. Бам! Делает выстрел, проклятая принцесса Пегги разрушила мои планы одним выстрелом. Я еще даже не начал сражаться, Ходжкин. Ха-ха-ха, теперь ты знаешь, как сильна принцесса Пегги. Никому не дано победить капитана Пегги. Ух ты, мы снова стали людьми, мы больше не ракушки. Спасибо вам, великая принцесса Пегги. И, короче, тролливали фестивали. Тут все говорят, Пегги, это какая молодец. Пегги просыпается и бормочет, друзья. Что случилось с Старпом Раку? Где жители острова потрясающей ракушки? Какой еще Старпом? Наконец-то ты проснулась, Пегги. Я так волновался. Что, где это я? Короче, друзья, получилось так, что она спала. В итоге это был сон, друзья. Вот. Мы забрали с вами все награды. Все награды забраны. Мне тут еще на телефон названивают. Короче, вот такое чудесное путешествие, где Пегги просто уснула благодаря сонной ракушке. И вот в этом сне она увидела всю эту историю. В общем, кто слушал, молодец. И спасибо, что смотрели. Друзья, все. Всем хорошего дня и скоро увидимся. А увидимся мы в новых лютых призывах, также в видосе про прохождение «Зачарованное путешествие», друзья. Обнял.